Да, тебе это... годика два, наверное, было. Кстати, у ребят эта фотка есть. Есть? Есть, а да. Помнишь, ты на горшке сидела, обмазалась, взяла, на горшке сидит, значит, я ей... Тихо, нет, тихо. Ну так смешно. Чтобы она сидела, она не любила ничего такого, не любила она горшки. Взяла шоколадку, я у Наташенька шоколадку, прихожу через минут 10, она вся в шоколаде, вся у нее тут вся в родах в шоколаде. Я думаю, господи, думаю, это что-то с горшка или все-таки шоколадка? Честно, это было очень смешно. По-моему, такая фотография тоже есть. Да, я тебя все исцеловала, потом посмотрела. Удержала. А теперь ты меня давай. Все, минус рука. Давай теперь ты меня. Я не удержу. Да удержишь. Не, я удержу, конечно. Она же легенькая, пушинка. А, давай. А что ты не... Я тебя специально не держал. Да, да. Нет, она не весит под... где-то 80, может 90. Че за бля? Иди, спасибо, он у него. Красота, ты понял, нет? Чини. Или, блядь, мне встать. Я сейчас встану. Ты чё, я не понял, а? Ты чё? Ты давай вообще извинись, просто понимаешь. Ты давай там это... Не надо усугублять, ёпт, уже усугубленное. А то я сейчас реально встану. Понял, нет? Сука, блядь. Тритон, ёпта, блядь. Бау... А вы сможете станцевать под нее? Нет. Почему? Я не умею. Ну даже вот так вот чуть-чуть головой можно подрыгать. Вы же умеете дрыгать головой? Головой умею дрыгать. А как? Вам зачем? Ну просто. О! Вот это она? Да. Ну все. 8 лет на экономиста. Аспирант почти доцент. Вот закончил. Оп, класс! Опа! Опа! Красота! Круто! Угадайте, кто я? Грузчик! Работящий! Круто, смотрите, им очень нравится! Нахуй нужен? Тебе нравятся писюны длинные, не тоненькие или маленькие, но... нравятся писюны длинные, но тоненькие или маленькие, но супер жирные. Вообще, честно говоря, из крайности в крайность бросаться, ну, типа, не стоит. Мне нравятся длинные и супер жирные. Иначе я просто не почувствую, ты же сам понимаешь. Я уже как бы старая, прошедшая через, как бы, руки и гениталии миллионов мужиков. У меня же там уже как бы... Вы думаете, это у меня жопа большая? Да нет, это же у меня просто там... Ведро поместит. Готово? Погромче сделали все? Не-не-не, покажусь. Готово? Не слышишь? Mm-hmm. Готово? Mm-hmm. Показываю, блядь. Бугатти Верон, готово? Когда у меня будет ребенок, он меня спросит: мама, а что ты добилась за всю свою жизнь? Чем ты славилась вообще в своей молодости? Я, знаете, что скажу?
любимый мой ребенок. Я была в топ первом запросе на Порнхабе, понятно? Моя любимая девушка, моя возлюбленная. Я тебя очень люблю, мне очень нравится, что мы с тобой в жопу поримся и что я тебя кончаю в анал. Но, кроме того, я хочу, чтобы ты мне письку сосала. Но твою пизду я лизать не хочу, я не могу, мне это мерзко. Прости, пожалуйста. Что мне сделать с этим? Оставаться я с тобой не хочу. Я уже готовый. Бывает. Меня не снимай, пожалуйста. Я уже выпила? Да. Только что. Фэри закрой. Мое почти. Да. Сейчас мы ей свидание наберем по жопе. Там только у нее это. Я ей тут это. Да че? Сейчас будем приучать. Лен, ты. Лен, ты. Это кто? Это. Лёнь, ты Чиполлино, я ебу, бля, лё. Бля. Я ху... Лёнь, нахуй. Ебать ты Рама, два Ван Дамма. Ебать ты кабачок. Так, надо спросить. Надо спросить у девочки, которые недавно читали книжки. А он, кстати, наверняка не вернется, сейчас пойдет куда-то ебаться. Это, слышишь, этого не может быть. Этого не может быть, слышишь, это нереальность. Если это серьезно все, я сейчас охуею. Еще раз смотрим. Это куплено. Мы читали книжки. Девушка, подождите. Программа, девушка, подождите, у меня есть соль. Подождите, не уходите. Короче, смотри, передача такси. Как называлась крыса, которая Буратино утащил? Вспоминай, говорит. Вспоминай, сука, крысу. Извините. Шушера. Йо, спасибо. Шушера. Вы видели вот вообще яйца этой крысы, блядь, честно? Вы видели эти яйца, чуваки? Это вот, ну просто ни к чему, просто решил показать. Пиздец, ребята, просто нереальные яйца. Вот такие два, блядь. Мэнс брендинг. Да. Так. И Дрейк. Часто встречаю, кстати, между прочим, такие картинки, где парень, мальчишка, да, в школе, блядь, несет нахуй за девочкой портфель. Свой, ее, блядь. И написано: о, джентльмен растет. Так это чмошник ебаный растет. Чмошник, блядь. Какой нахуй джентльмен, блядь? На все готовы. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. А мне повезет. С тобой мне повезет, ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет.